Заряди сам себе! Заряди! Заряди, Андрей! Силу, технику и выносливость демонстрируют участники республиканских сельских игр «Акбидай» по армрестлингу. Более 70 спортсменов из всех регионов нашей страны собрались в здании Шимкентского лукодрома, чтобы побороться за награды и кубки состязаний в 5 весовых категориях – 60, 70, 80, 90 и плюс 90 килограммов. Соревнования у нас, это, знаете, это как внутриказахстанская олимпиада, потому что она тоже проходит раз в 4 года, если вы все знаете. Значит, и поэтому здесь представители всех областей, потому что каждая область заинтересована просто получить какие-то очки, поэтому все в полном составе, все 14 областей здесь присутствуют. И, естественно, уровень очень сильный. В стартовом дне республиканских сельских игр по армрестлингу уже определился первый победитель весовой категории 60 килограммов. Им оказался действующий чемпион мира, наш земляк из Шардаринского района Ержан Абильдай. Не удалось одержать победу в полуфинальном поединке над атлетом из Петропавловска, в финале над спортсменом из Алматы и занять долгожданное первое место. Итоги республиканских сельских игр «Акбидай» по армрестлингу будут известны в ближайшие дни.